Всем привет, с вами снова Ирина Валерий, и если вы видите вот эту заставочку, то значит сегодня будет моя серия. Сегодня будет серия очередная про распаковку посылок. У меня скопилось 3 посылки, я буду вместе с вами их распаковывать. Если вам что-то интересно про моду, заходите на мой сайт valeriefashion.ru и читайте там интересные статьи о трендах и о новинках сезона. Итак, сегодня у меня 3 разноплановые посылки. Вот такие и вот такие. Начнем по очереди. Итак, эту посылку я ходила сейчас забирать на почту. Я знаю, что в ней внутри, точнее нет, я знаю, откуда она, но не помню, что я заказывала. Зачастую со мной такое случается. Это посылка от Helen Gold. Я уже заказывала у них. Это косметика. Сейчас будем вместе с вами ее открывать. Это очень качественная натуральная косметика. Обычно я у них заказываю скрабы, очень удобная распаковка, распасованные, очень удобно в маленькие пакетики, в большие, то есть удобно возить с собой. Сейчас посмотрим, что на этот раз. Так. Итак, вот эта посылочка от Helen Gold. Здесь какое-то масло. Helen Gold. Вообще, это очень крупный производитель натуральной косметики. Я в описании дам вам ссылочку. Если вы захотите, вы можете точно так же написать и заказать себе эту продукцию, потому что мы пользуемся всей семьей, все очень довольны. Итак, вот. Знаю, кому достанутся эти пупырки. Так. Итак, это какое-то горячее масло. Так здесь написано. Давайте будем читать. Итак. Hot Coffee Oil от Helen Gold. Вот такой вот тюбик, дозатор. Итак, это горячее моделирующее масло для тела. Эффективное средство для борьбы с целлюлитом, жировыми отложениями, на совершенствование фигуры. Итак, это готовимся к летнему сезону, к весеннему, готовимся к поездке и к купальникам. Вот такое масло. Что же в коробочке? Здесь все очень миленько. Какой-то новый скрабик, кстати, смотрите. Ой, что-то упало у меня. Итак, здесь есть деревянная ложка. И здесь есть... А, это комплект, все. Я все вспомнила, это комплект. Это новый скраб, антицеллюлитный тоже боди-скраб. Вот такой. К нему идет вот такая вот ложечка. Очень, кстати, натуральные, удобные упаковки у Helen Gold. Классные. Этот, кстати, скраб, он очень хороший, он натуральный. Подобный скраб я делала сама, когда мы сидели сильно на дюкане, и мне нужно было, чтобы не появились растяжки, и кожа была в хорошей форме, я его делала сама, смешивала кофе с солью и с маслами, но гораздо удобнее, когда уже все готовое. Итак, это сухой кофейный скраб с добавлением масел и витаминов. Ну вот, собственно говоря, так и есть. Обладает прекрасным очищающим эффектом, нежно полирует кожу. В общем, здесь очень много хвалилок расписано. Скраб действительно очень хороший, я его брала неоднократно. Его можно также, кстати, использовать для лица. И для любителей животных, он не тестировался на животных. Итак, вот такая посылочка у меня от Helen Gold сегодня. Всем рекомендую. Вот контакты. На всякий случай я напишу их еще в описании. Так, это мы готовимся к лету. Итак, еще раз, вот такая красота от Helen Gold приехала мне. Отложим в сторону. Вторая моя посылочка сегодня местного назначения. Прямо скажем, я уже готовлюсь к следующей поездке. И уже начинаю что-то продумывать, свои луки и образы. Соответственно, у меня начинают приходить к этому посылке. Итак, сегодня у меня эта посылка от Суры. Я думаю, вы знаете такой магазин. Он есть в Москве, в Питере, в Ростове и в других городах. Итак, здесь у меня... Собственно говоря, ткань. И что-то еще. О, подарочек мне календарь. 20 лет. Компании в этом году 20 лет. У них, кстати, постоянно проходят какие-то интересные акции. Следите за новинками. Но сейчас, например, акция. У них все шелка вместо 6000 по 1800.
Я знаю, кому отправится календарик. Я знаю одну любительницу календарей в нашей семье. Ой, кстати, да, очень красивый календарик. Смотрите. Вот такой вот календарь. Достался мне в подарок. А здесь моя ткань. Очень, кстати, знаете, ценю себе такие штучки, когда, смотрите, и ленточки, и тряпочки, все вот такое вот, с ложиками, забрендированные. Итак, открою вам секрет, покажу вам мою ткань. Вот такой вот чудесный шелк. И вот какая-то красота скоро будет из него. Это натуральный шелк с жаккардовыми такими вот точечками, смотрите. Какая красотища. Итак, это у меня распаковка от компании Тессура. Готовимся к лету. Так. Итак, а вот эта посылочка пришла по время дня, и я имела терпение ее не открыть. Принес мне ее там курьер. На ощупь, судя, там две коробки. Откуда она пришла, я еще не знаю. По-моему, из Москвы. Кстати, в компании СДЭК стало очень удобно, когда утром звонит автомат, и там он спрашивает, вы дома или вы не дома, нажмите циферку 1, если вы дома, и нажмите там 5, если вы не дома. То есть очень удобно. И дальше звонит курьер. Итак. Если вам интересно, то все контакты этих всех ссылочек будут в описании к этому видео. Ага, как я и думала, смотрите, это обувь. Это компания JogDog. Вот такая компания. Вот такая. Запоминайте. И это мои тоже долгожданные посылочки к моей новой поездке. Стикер. Это вот такая вот интересная компания. У них на сайте можно заказать обувь, что, собственно говоря, я и делала. Итак, давайте смотреть. Что же я принесла? Смотрите, что без чего не обходится поездки к морю и лету. Голубые вот такие вот сникерсы на очень комфортные подошвы. Вера Гамма. Ну, такое все очень интересно, хорошо все упаковано. Там вот такие вот голубые сникерсы. Сейчас буду их мерить. Очень тоже, смотрите, все брендированное, все очень классно. Самая удобная подошва и нестираемая. Абсолютно ничем не пахнет. Вот это больше всего я люблю. И здесь тоже, видите, везде логотипчики, все такое классное. Вот. Но голубые, это прям вообще моя история. Я прям даже вижу, как я вот в этой штуке иду под них. Класс. Так. Вот так. Так, а теперь вторая коробочка. Вот такие вот серебристые, лаковые, тоже сникерсы. Итак, у меня теперь две пары сникерсов. Две пары таких вот чудесных сникерсов от компании JogDog. Которого можете тоже заказать на сайте, смотрите. Итак, это была вот такая сегодня распаковка трех посылок, абсолютно разных. Итак, это была Helen Gold с косметикой, это был JogDog с обувью, и это была Тессура с красивой тканью. Смотрите, мои серии тоже о распаковке товаров. Вдруг вам что-то будет интересно. С вами была Ирина Валерий. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии.